Поехали. Саша, Айкейзис, Таганка. Все у нас здесь происходит хорошо. Вот здесь вы можете видеть семью колонок Beats by Dr. Dre. Соответственно, это вот большой битбокс. Это битбоксы маленькие под названием Beatbox Potable. Как видно, они, в общем-то, не сказать, чтобы сильно меньше, чем оригинальное устройство, но, тем не менее, в какой-то степени они действительно портативные. Мало того, их портативность еще оправдывает и то, что здесь есть отсек для батареек. Вот, если вы поставите вот сюда вот внутрь 7, по-моему, там батареек таких больших, я не помню, как называется этот формат, то можно очень долго их использовать на пикнике. Соответственно, еще одна фишка этих устройств в том, что в отличие от оригинального джембокса, ой, битбокса в смысле, они поддерживают Bluetooth. То есть подключать устройство можно самое разное. Как видно, здесь вот сверху есть вход для айфона. Старых поколений. Да. Но если у вас пятерочка. Соответственно, вставить, наверное, вот сюда вот мы вставим тогда вот четверку, она заряжается вполне себе, то есть все нормально здесь происходит. Вот, то пятерку у вас ставить в эту колонку не получится из-за разъема Lighting. Вот, но зато можно вполне себе использовать по Bluetooth. Да. Нет, просто там. Ну, здесь вот есть это кнопки управления, такие сенсорные, то есть можно включать звук, включать его, включать, выключать колонку. Но мы сейчас продемонстрируем Bluetooth. Да, мы сейчас продемонстрируем Bluetooth. Соответственно, вот iPhone 5 подключен. Все, здесь все работает уже. Да, все подключено. Подключен к белой колонке пятерка. Вот, включаем. Несмотря на миниатюрный размер, звук здесь совсем не производит впечатления такого какого-то маленькой колонки. Сзади есть вход 3,5 мм для подключения по кабелю. По сути, это универсальное устройство, оно подойдет и для планшета, и для... Да. И для планшета, и для, там, не знаю, для устройства на базе Android, Samsung Galaxy S3, каких угодно других всяких штук. Вставляете батарейки, вытаскиваете провод и идете на пикник. Да, мы сейчас с удовольствием пошли на улицу, но там дождь проливной на Таганке, да, и, в общем, есть в черном и в белом цвете, стоят они, по-моему, около... Сколько у вас они стоят? 13 990. 13 990, по сравнению с оригинальным Beatbox, это дешевле еще к тому же. Выбирая вот из этих двух, я бы выбрал, честно говоря, Beatbox Portable, потому что это гораздо более, скажем так, универсальное устройство, оно подойдет действительно для любой техники. Вот, наверное, и все, что мы можем про них рассказать. Обзор уже есть на сайте, видео мы туда добавим. Вот. Ну и если хотите посмотреть все спокойно, без всяких вот стекол, то можете прийти в Айкейзис и здесь же, собственно, глянуть. Послушать. И послушать, и попробовать, и что угодно подключить, и так далее.